все, готово, запись пошла. Всем привет, ребята. Я сильно опоздал с этой игрой. Она до этого не хайпила. Но это потому то, что я еще до этого даже не снимал. Да. Я раньше снимал типа на камеру и думал, это как-то можно выложить на YouTube. И вправду можно. Но для этого канал нужен. Спасибо за 200 подписчиков. Удивлен то, что то видео захайпило больше, чем видео с, ну, с папа дай 5000 рублей. Ну там типа лайков не столько много прям. Но то видео с папа дай 5000 рублей, там оно, там 4000 просмотров, 200. Больше, много лайков. Но при этом там это. При этом там что-то. Что? С него подписалось на меня 25 человек вроде. Стоит. Так, сейчас закончим. Ай, пофиг тогда. Про бабло не спрашивайте. Это я не копил. Никак. Это взлом. Не, а что? Не, ну а чё? А чё? А что? И мне кажется, каждый задает мне вопрос. Как ты скачиваешь с Гугла вот все эти взломки, если ты еще такой мелкий, типа. Но меня это. Я и научился этому еще в 4 года. Еще в 4 года я этому научился. Я, короче, такой. Женя, давай по. Ну, у меня здесь сестра Женя есть. Я такой, Женя, давай попробуем скачать Майнкрафт, типа. Ну, давай попробуем подострить, но у меня если телефону конец. Нам тоже конец, то есть. Вот. Мы заходим. И там был, ну, я сказал, типа, скачать игру Майнкрафт 1.17. Ой, просто Майнкрафт. Вот. Меня там выбило. Я в то время цифры не знал. И не знал, как писать. Куда я полетел? Ладно, пофиг. Вот. И, короче, я такой, ну, типа, я читать умел, но не знал цифр. И вот, там пишет. Скачать Майнкрафт. Я прочитал это, такое, скачиваю. И там написано скачать. Потом у меня там, ну, такая хрень вылезает сверху. Мне кажется, тот, кто скачивал из Гугла, то знает. Я вот захожу в нее, и там вот эта папка. Ну, типа, пока она не скачается, вот так. После этого она скачалась. Я нажал. Да, блин. Еще хотел через текстуры. Да. Я нажал на нее. И у меня начало скачиваться. Потом там все равно скачать. Типа, было. Ну, там подробнее, и все равно скачать. Она скачалась. Я захожу такой. Я в офиге. Куда я по... Я не хотел туда. И просто я захожу, и я в офиге. В то время 1.17 для меня был самый лучший Майнкрафт. Но сейчас для меня самый лучший Майнкрафт это 1.15. И вот так вот я научился скачивать взломки. Что я только не научился скачивать. Зачем нам этот самолет, я кое-что знаю. И я там понаскачиваюсь на 4, телефон засранный. И просто я такой, типа, ну класс, ну ладно, пофиг, зато игр много. Но в игре нету смысла, если она взломана. Вот, например, туалет файт. Нет смысла, он взломан. Взломан туалет файт, у тебя там все есть. И смысл от игры тогда, если... Просто ты можешь сразу всех купить. Смысл тогда от игры? Чего ты так шумишь? Обожаю зеленый. Бомби. Про это я знал еще с самого начала, как я играл в эту игру. Я посмотрел гайд по этой игре, я ее прошел полностью. Но сейчас у меня почему-то такой возможности нет. Потому что я все забыл. Ёлка.
не попал. Я еще помню, город пытался этим истребителем бомбить. Реально, я помню, как-то пытался. Собака! Я ненавижу. Чё? Чё? Я не знаю английсик. Там что, может играть? Подождите. Это... Аня, ага, да, можно играть. Где тут автомат мой игровой? Дайте мне мой игровой автомат. Что тебе надо от меня, а? И бабло нужно. Я хочу вот это фига, но мне нужно бабло. И также. Ты не хочешь мне продавать все бесплатно, Джонни? Думаешь, я так прост? Нет. Ну, я чуть переборщил. Вот споткнулся! Вы издеваетесь? Вы спотыкаетесь об меня? А ты не удивлен, что тут истребитель стоит, типа, да? Ты это не в первый раз видишь? Такое каждый день у тебя? Ну, я так понял, он уже не удивлен, но этот истребитель сколько раз видел, я понял. Поэтому я не удивлен. Стой! Фух. Также, кто хочет рублику? Короче, рублику. Бублик. Как его? Я не помню, да, как это назвать? Боба. Я, короче, рубрику по Титану Камермену 1-0. Будем проверять его на тест. Я знаю, сколько у него урона, 750. Будем проверять его. Ну и где я жду? Ну ладно. Я не понимаю, а где, собственно, зомби? Я уже умели. Пошли давай. Где мой зомби? Да блин. А вы проголивали уроки? Странный вопрос. Я нет. Ну хотя кто школьник? Я вряд ли проигрываю. Тот, кто мелкий школьник, типа, я вряд ли что проигрываю. Куда это НЛО летит, мне интересно, кстати. Вот оно здесь просто появилось. Я все, я пережил этот зомби. Что за херня? А где зомби, собственно? Офигеть, зомби тут. Метка, пипетка. А то есть проезжающие машины не удивляются, что тут стоит вот эта станция. Так. Еще раз нажму. Но на этот раз РПГ. Что не нравится, блин? Я ж нажимаю. Могу даже два раза сейчас. И где? Где мои зомби? Я не понимаю.
Ну. А где? Реально, ну, смешно, хочу. А я понимаю, вот реально, ну что это? Что? Где? Еще раз, я сильно опоздал с этой игрой. Раньше она, если была как-то актуальна, то сейчас вообще нет. Так я не понимаю, а вообще зомби? Рука болит. Рука болит. Блин, реально, ну мне замлело уже. Скоро задеревенеет. Don't not piss dangerous. Типа нажать обязательно. Она просыпает всех зомби, да? Ну, поехали туда пока что. Зомби нету, я не знаю тогда, что делать. Я думал, сейчас от зомби побегаем, выживаем. А так что? Тут нифига нет. Так, нифига нет. Подожди, машина, стой! Да, причем листак. Сейчас я приду. Только не улети, пожалуйста, туда. Стой, 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 стой. Подожди. Фу. Стой, подожди. Машина, машина, стой. Молодец. Да. Ну, короче, я не знаю, что делать еще. А, хорошо, что второго нет ко мне. Кто понял, тот понял. Я, кстати, раньше... Кстати, я кое-что знаю, я кое-что знаю. После обновления удалили все старые машины. И знаете, что тут есть? Смотрите. Приезжаем сюда. Едем к тому камню. Вот, Бугатти. Старая Бугатти. Вот еще старая машина, смотрите. Вот. Это все старые машины. Что-то без колес, я понимаю. Так. Ну, она не совсем без колес. Вот это просто, это все старые машины. Я еще хочу показать вам машину. Я эту машину ненавидел больше всего. У нее только три колеса. Ну, тут, ну, мне кажется, вы знаете эту машину, тот, кто играл в эту игру. Ладно. Всем удачи, всем пока-пока.